В нашем сегодняшнем эксперименте мы решили узнать, помогут ли уфимцы парню, которому стало плохо. Значит, сердце прихватило немного. Может, скорую тебе надо? Да я дойду до дома, вызову. Спасибо. Ты что с тобой? Ты нормально? В смысле, сердце прихватило же. Что, дойду я сейчас до дома? Там плохо? Там плохо? Да, я сейчас до дома дойду, сердце немного прихватило. Я вот в доме живу, спасибо. Нет, нет, я дойду, спасибо. Продажи яркие, не знаете или яркие? Понятия не имею. Сердце? Да я до дома дойду. Постой, у меня будет дом, пожалуйста. Ой, да, это не помешает. Сумку-то не взял. Блин, он тоже в валидол лежит. Да у меня дома есть, я в сумке даже есть. Сумку с собой забыл, за ней как раз возвращаюсь. Спасибо выйди, большое. Пожалуйста, вернее, поставь. Ага. Скоро вызвать? А? Да не, я дойду сейчас до дома, нормально. Спасибо. По результату нашего эксперимента большинство уфимцев проявили внимательность и помогли парню, которому стало плохо. Евгения Кретова, Сергей Першин, городской телеканал ЮТВ.